Ребята, всем привет! Приветствую всех на моем канале Паритор РС. И сегодня... Что это? Все правильно, мы продолжаем тестить арма. И это арма Outcast 4S. Две банки по 2S, либо 3S. Ну что, погнали распаковывать. Этот монстр самый веселый из всех. Я вас просто уверен. Почему он самый веселый? Вы спросите и зададите этот вопрос. Да потому что это куча пластика, но надежного, проверенного, возможно, даже не ломающего. Ся! 10 лет они уже в баше невозможным просто. Просто на самом деле объясню. 1.8 масштаб, он прикольный, он здоровый, огромный и так далее. Но я хотел попробовать десятки. Они более компактны, они удобны, они интересны в эксплуатации, в перевозке, в тестах и так далее. В общем, в этой тачке вот этот автомобиль. Дальше аппаратура управления спектром. Серво у нее стоит на 15 килограмм. Удивительно, вроде как на инфракшене. Дальше BLX 120 стоит, ну так нужно переваривать, 4 банки, и BLX 3668, 2000 киловольт, бесколлекторная система. В 10 масштабе 3 из 4 банки просто начинает убивать всех. А, ребята, это просто что-то с чем-то, да. Чеки о покупке, я думаю, нам не нужны. Покупал, кстати, его в России, обошелся он мне 39 тысяч рублей, но это с доставкой. Объясню сейчас, почему покупал у них. Ой, да еще и новенький, да и красавчик, прям с коробочки, да в пленочке, ну какое чудо. Да, коричневого цвета, достается он вот так. Ой, обожаю арму за это, что так доставать. И вот он, наш с вами красавчик. А? Ну супер, ребят, скажите, напишите в комментариях, как вам вот сразу внешний вид. Да, это десяточка, но зато какая. Сейчас ощущение, как будто бы колеса как на восьмерке стоят, огромнейш, надо будет замерить обязательно. Потом, ребят, напишите, вот, которые катают на восьмерках, огромнейший просто монстр. Надо будет с Максом его сравнить, точнее просто с Максом. Итак, здесь пластиковый баллонник, пластиковые проставки, инструкция очень маленькая, пару наклеечек, ну и вроде все. Дальше, дальше, дальше. А, комплектация РТР, то есть здесь есть аппаратура управления, как я вам говорил, спектром. Больше ничего и нету, и в принципе здесь ничего не должно быть. Да, аппаратура, и все, и пустота. Я совсем недавно распаковывал Infraction, и вот почему-то запах, то ли пластика больше здесь присутствует, то ли чего-то, запах такой новиночки, такой прям тачечки из коробки, хотя тот тоже был из коробки. Outcast C45T, не знаю, что это значит. В общем, не понимаю спектром, почему перестал вкладывать батарейки. Ну да ладно, аппаратура STX2, она двухканалочка, то есть вперед и регулировки. Пластиковые колесико, от слова вообще не интересно, но выбора нет, катать. Самое главное, то, что мне здесь нравится и стало нравиться вообще в спектрумах, это вот эти удобные регулировки газа 50, 75, 100. Рекомендую. Почему? Потому что это удобно, когда у вас новая тачка, вы не знаете, как она гоняет, не знаете, как она летит и так далее и тому подобное. То есть это очень удобная вещь. В общем, ребят, у меня был Outcast в 8 масштабе. Или давайте сейчас сначала его быстренько поближе посмотрим. Распаковки в то время я не вел. Я катал его просто для себя. И я тогда на самом деле в Outcast просто влюбился. Потом у меня был Кратон, у меня был Notorious. Но этот монстрик я действительно, ребят, ждал. Ждал, сейчас объясню, сколько я его ждал. Почему-то в Америке их просто было не купить. Я ждал, думал, наконец-то они появятся в какой-то новой версии. Но нет, ничего не появилось. И поэтому я заказал специально. И давайте, ребят, поэтапно. Почему я вообще перешел на этих монстров? Потому что X-Max, Outcast, который там в пятых масштабах, ну очень дорогие, 100 тысяч рублей. Восьмерки, они, ну мне кажется, большеваты. Их не очень удобно хранить и не всегда удобно хранить, ну вот, в квартире. А вот десяточки, это совершенно по-другому, влазят хоть куда. И вот интересно, насколько же они веселы и прикольны. Здесь такое же крепление кузова, как на всех армах. То есть вот такой вот пластик, да, сверху вот на таких резиночках. Пластик, ну конечно, да, потоньше, но он сбитый, он удобный. И Don't Just Bash Blast. Это классно. Везде вот это все написано.
Вот так вот. Но это, кстати, на кузове, когда вы гоняете, это вообще не слышно. Здесь дополнительные есть вот такие вот стойки с металлическими вот такими болтиками, чтобы когда вы летели, у вас были искры, у вас горел пластик, ну это шутка. Вот, потому что тачка переворачивается, чтобы не было вот постоянного шкребления именно верхней чашки крышки. Прикольно. Внешность, ну, вообще обалденная. Цвет коричневатый, но а что делать? Какой есть, здесь другого не дано. Тачка вот сразу по ощущениям выглядит вот как ауткаст. Но когда вы берете ее, да, то есть оно чувствуется, что она легче. И тяжесть ее идет именно вот от колес. То есть модель, ну, вообще очень прикольно смотрится. Очень просто. Ваннообразная. То есть вот такая вот пластиковая, здесь ну, не стали ничего изобретать. Ванна, в которую расположили, дополнительно такие пластиковые крепления сверху сделали. Плюс для Outcast и вообще, если не ошибаюсь, для Кратона в 10 масштабе тоже сделали вот такую прикольную вещь. Это центральную вот такую вот защиту, чтобы модель не ломалась именно при вот таких вот ударах, когда вот она... То есть, как бы это дополнительное сдержит. Как и говорил, моторчик 2460 кВт, поддерживает 3 банки и 4 банки, то есть 4 СТРС. Сверху уже стоит воздушное охлаждение воздухом, прикольно, причем дополнительно по всему моторчику идет, от естественного плюс стоит вентилятор. Дальше BLX120 поддерживает 3-4 банки, вроде работоспособность прикольная. 15-килограммовая серво, причем расположена, то есть вниз, обратите внимание, кнопочка on-off. Кнопочка on-off, не знаю, в новых армах стало прикольно, потому что кнопка расположена от спектрума там, где не нужно снимать корпус, это тоже очень удобно и очень хорошо. Поближе покажу, как на ауткастах 8, только мне кажется, она немножко все-таки поуже, смотрится прикольно, пластиковый. Довольно-таки жестковатый, я думаю, 100% нужно проклеить, либо наоборот дырки сделать. Колеса смотрятся помпезно, огромно, как на ауткастах, то есть гонять будет просто бешено. По передней части автомобиля, да, ну и давайте сразу же здесь покажу снизу, то есть это все пластиковое, это тоже пластик. У меня был гранит, он, кстати, вообще не царапается, гоняет прикольно, поломок не было никаких. И теперь давайте передняя часть автомобиля. Бабочки здесь абсолютно все. Пластиковые амортизаторы, пластиковые, заправленные силиконовым маслом. Обратите внимание, передний правый, мне кажется, уже немножечко подтер. Извините, не подтер, а подтек. Здесь все нормально. Ну, то есть передняя часть работает нормально. Будем кататься, смотреть, там дальше решим. Возможно, нужно будет заправить. Вот такие вот номера. Арми, спасибо большое. Ставите номера на все свои автомобили. Стойки вот такие вот удобные. То есть они как бы немного подсказывают даже вам при неудобном одевании кузова, как нужно его одеть. Как и говорил, металлическая вот такая защита стоит. По нижним рычагам они огромнейшие, синейшие, пластиковые, но они есть. Привода здесь тоже пластик, ну а что говорить, Траксос тоже за свои бабки просит пластик. Верхний рычаг он вот такой, сзади точности такой же рычаг. Я, кстати, здесь не вижу стоек СПУ, то есть тачка все-таки для максимального баша и поперечной устойчивости, стоечек здесь нет металлических. Вот, дальше, здесь... Конечно же, все на шарикоподшипниках. Давайте здесь, здесь свет получше. Вот, шарикоподшипники, привода есть. Вот такие вот, тоже пластик, все пластик. Не знаю, нужно гонять, ничего говорить не буду. Центральный привод у него, кстати, тоже в пластике, но там металлический привод. Это хорошо. Зато, не дай бог, будем гонять, будем тестить. Очень удобно. Располагается мотор с быстрым доступом к пиньонам. Тачка, кстати, обещает 50 миль в час с высшим. Посмотрим, погоняем. Замер скорости обязательно будет на моем канале. Дальше. О, да ладно. ИС-5. Я думал, здесь уже стоят другие. Ничего себе. Нужно будет брать переходнички. Вот. Как-то так, да? Вот как-то так. В общем, дальше, что еще? По задней части автомобиля у нас здесь расположен вот такие вот верхние рычаги, пластиковые привода, нижние рычаги
ну, такие массивные. По нижним рычагам нет. Дальше, задняя часть автомобиля у нас с вами, как всегда, такой вот классный спойлер. Кстати, жесткий, прикольно. Возможно, ломаться не будет. А вот касту 8S нужно даже об этом позавидовать. Я вот на самом деле сейчас думаю, почему вот здесь, да, нельзя было сделать, потому что будет гоняться 100% на 3S. Почему вы не сделали? Ну да, 4S просто переходничок маленький. Что зажали-то? Не у всех же он есть, кто будет кататься на кратане. Дальше. Вот такой вот вилибар. Все правильно. Для того, что тачка 100% будет в дыбы. Кстати, здесь есть вот такие вот пластиковые накладки, чтобы здесь на штоке ничего не летело. Также пластиковые амортизаторы сзади. По задним приводам вы все видите. То есть ничего такого сверхъестественного здесь нет. Пластиковые диски. Резина вообще, мне кажется, будет на бездорожье просто суперски гонять. Всевозможные, ребят, дифирамбы петь про качество исполнения, бешеную скорость, башенка и так далее, про арму я петь не буду. Вы сами все знаете, и это будет интересно. Я на самом деле сейчас вам расскажу секрет. В принципе, можно сказать так, что на этом наш обзорчик, ну, не подходит, конечно же, к концу. Я хочу подвести итог. Сегодня у нас был на распаковке Outcast в комплектации 4S. Немножко потек. Везде этот амортизатор теперь разбросало. Вот, покупал его в России 39 тысяч рублей. С доставочкой у меня обошелся. 4S попробуем, покатаем, замерим максималку. Тесты будут совсем скоро. А теперь объясняю, зачем я его купил. А купил его для того, чтобы сравнить его с Максом. И я вообще хочу понять, куда возвращаться. Я хочу себе найти самого крутого, бешеного монстра. Посоветуйте там внизу в комментариях, пожалуйста, напишите, какого монстра купить, какого вы советуете. Потому что я действительно хочу купить себе монстра, башить на нем и тестить. И специально это рассказать для вас, чтобы сделать определенный плейлист, в котором будет только настоящий монстр. Вот. И, в общем, я объясню. Будет у меня Rustler, будет у меня Макс. Ерева, не знаю, постараюсь купить. Хочу их сравнить всех вместе. Покатать, сравнить с Outcast'ом. В общем, будет скоро у нас куча бешеных монстров в пластике. Мы посмотрим. А пока Outcast мой любимчик. Объясню почему. Потому что это арма. Есть куча запчастей в продаже, в наличии, в Америке. Можете это купить. К сожалению, Traxxas вы немного по-другому поступаете. Ну, что делать? Будем катать на армах. Но сравнивать с кем? Конечно же, с Traxxas. В общем, ребят, сегодня был на тесте, точнее на обзоре Arma Outcast 4S. Погоняем, посмотрим и заценим, как вам. Напишите, большая просьба, вот там вот внизу в комментариях. Поставь лайк, подпишись на канал. Спасибо тебе большое за внимание. Здоровья тебе и куча мега RC драйва. Спасибо. Пока-пока.